Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті.
Здравствуйте, команды, здравствуйте, зрители и все те, кто смотрит прямую трансляцию в сети интернет. Сегодня мы счастливы вас приветствовать на первом матче серии плей-офф Национальной лиги по баскетболу Казахстана среди мужских команд. И сегодня встречаются команды Барсы Атырау против команды Тобол. Объявляются составы команд. Баскетбольный клуб Тобол. Номер 4 – Симбаев Ануар. Номер 5 – Куанов Шаим. Номер 6 – Ильин Павел. Номер 7 – Мудрагеля Михаил. Номер 8 – Пасашков Даниил. Номер 9 – Капаков Тимирлан. Номер 11 – Быков Антон. Номер 13 – Валиев Рустам. Номер 14 – Горнаев Кирилл. Номер 15 – Ахмеджан Аскар. Номер 18 – Битенов Адельбек. Главный тренер команды – Тимур Султанов. Ассистент главного тренера – Сергей Ратников. А теперь под бурные аплодисменты местной публики я объявляю состав команды «Барсы Атырау». Номер 4 – Эрик Магил. Номер 8 – Иванов Владимир. Номер 11 – Шамуратов Мейрамбек. Номер 13 – Рахат Таукен. Номер 18 – Диденко Дэвид. Номер 23 – Дэвин Гилмор. Номер 33 – Рустам Утиген. Номер 34 – Махамбет Казимов. Номер 35 – Марат Адельхан. Номер 55 – Богдан Рабчинюк. Номер 77 – Рамазан Самсин. И номер 95 – Тимур Тангиев. Главный тренер команды – Тигран Гикчан. Ассистент главного тренера – Александр Лысяк. Судьи сегодняшней встречи – старший судья, судья ФИБА Козлов Антон. Первый судья – судья высшей национальной категории – Рыскулов Аделет. Второй судья – судья высшей национальной категории – Шавкат Османов. Комиссар сегодняшней встречи – Шкурков Александр Семенович. Ну а теперь, друзья, я попрошу всех встать. Равнение на флаг. Звучит гимн Республики Казахстан. Ну что, зрители сегодня заряжены на победу, команды, надеюсь, тоже, команды погода разминается, мы со зрителями тоже немножечко разомнемся, побережем силы на игру и пожелаем командам удачи. Thank you.
Ну что, друзья, пришло время сказать всем привет и здравствуйте. Здесь, наконец-то, мы с вами уже на YouTube-канале Национальной баскетбольной федерации Казахстана. И сегодня мы с вами будем наблюдать за интереснейшим поединком, первым матчем плей-офф между командами Барса Атырау и командой Табол. Противостояние нам сегодня, видится мне, будет интересным, потому что эти команды очень часто играют ровно, так скажем. Если из двухматчевой серии кто-то один побеждает, то в следующем ответном поединке обязательно вторая команда будет пытаться реабилитироваться. Вот так мы видим, сразу же начинается борьба нешуточная. Барс Атырау завладели сразу же мячом, будут организовывать свою атаку. Но давайте поговорим о стартовых пятерках, какие предложили на этот поединок. И начнем, пожалуй, с гостей. Вот такую стартовую пятерку предложил на этот поединок главный тренер команды Табол Тимур Султанов. На площадке появились Шейн Куанов, Павел Ильин, Антон Быков, Рустам Валиев и Аскар Ахмеджан. Но тем временем, покуда я объявлял стартовую пятерку команды Табол, Барс Атырау уже открыли счет. Сделал это Рамазан Самсин. И вот теперь на наших глазах Дэвин Гилмор отметился двумя очками. Но давайте узнаем, какой же пятерку в противовес команде из Костаная предложил Тигран Гикчан. Кстати, вот и Табол только что счет размочил. Как хорошо сегодня играют команды. Антон Быков 2 очка забил. Я не успел даже еще стартовую пятерку объявить, а уже 4-2 счет. Это ли не показатель того, что команды сегодня настроены максимально серьезно и дадут бой по ходу поединка друг другу? За какую команду, друзья, вы бы не болели? Эффектно, эффектно. Рустам Валиев сейчас зарабатывает 2 очка для своей команды. Тешит костанайскую публику, которая сейчас прильнула к экранам и болеет за клуб, который сегодня выступает в синих цветах. Итак, пятерка, которая вышла со старта у команды Барс Атырау: Эрик Магил, Дэвид Диденко, Дэвин Гилмор, Рустам Утиген, Рамазан Самсин. Вот такая вот пятерка. Дэвин Гилмор сейчас с мячом распасовывает. Дэвид Диденко! И Дэвин Гилмор так пальчиками изящно добивает мяч в корзину. И вот он уже на противоходе отметился блокшотом. С мячом Эрик Магил. Рустам Утиген. Дальний бросок в надежде на 3 очка. Мимо. Шейн Куанов. Теперь он с мячом. На кого же будет отдавать? Направо или налево? Как думаете, или сам будет далее распоряжаться мячом? Непонятно. Кажется, мне сейчас с мячом Аскар Ахмеджан. Нет, сейчас показалось, что Барс Атырау завладеют мячом, но Павел Ильин мяч перехватил, но затем мяч потерял. И вот уже Барсы в атаке. Рамазан, Утиген. Хороший дальний бросок. Не получается у Рустама исполнить этот бросок. И вот был с мячом Аскар. Хороший дальний бросок. 3 очка. Шаим Куанов. Вот это Табол. Вот эта игра. Отставали. И вот Шаим. Раз. И Костанай впереди. Друзья, я напомню, что на нашей трансляции в Ютубе, здесь, на канале Национальной баскетбольной федерации Казахстана, работает чат. В чате можно писать свои сообщения. Я эти все ваши сообщения вижу. Поэтому, друзья, обязательно напишите, за какую команду вы сегодня болеете и в каком городе вы находитесь. Очень интересно знать географию нашей трансляции. Владимир Иванов тем временем 2 очка еще оформил. Вывел свою команду вперед. Вот наш экран был капитан команды Барса Атырау. Вопрос. Комментатор находится на арене? Да, комментатор находится на арене. И воочию наблюдает за этим прекраснейшим поединком. И жалеет, что многие, кто мог бы также находиться сегодня в арене, на трибунах, к сожалению, не смог по какой-либо причине это сделать. Сейчас находится у экранов
своих устройств и наблюдает за этим действом, к сожалению, онлайн. Хотя вы знаете, друзья, многие любят как раз-таки вот тот самый домашний вайб, когда есть возможность заварить чаю, присесть и спокойно поболеть за свою команду. Но, конечно, многие любят спорт именно за то, что можно прийти и дать волю эмоциям на трибунах. Сегодня трибуны у нас практически заполнены. Люди еще подтягиваются. Не забываем, друзья, что сегодня выходной день. И только 17 часов по местному атараускому времени. Дальний бросок от Дэвина Гилмора неудачным. Неудачен. На подборе неплохо сработал Кирилл Горнаев. Вот он сейчас по-прежнему с мячом. Шейм Куанов. Хороший пас на Павла Ильина. Здоровская перепасовка. Шаим очень быстро перемещается мяч у Табола. К сожалению, не могу я даже уследить, кто владеет мячом. Так или иначе, друзья, прошу прощения, что вовремя не называю игрока, который с мячом. Но я думаю, у вас на экранах и так все прекрасно видно. Болельщики из Костаная знают всю свою команду. Снова Шаим Куанов, снова здорово отличился дальним броском, но в этот раз только 2 очка записывают судьи на его счет. И Тобол впереди. Дальний бросок от Давида Диденко. 3 очка. Посмотрите, как реагирует скамейка баскетбольного клуба Барса Тырау. Вот она, похвала от капитана Дэвиду сразу же. И Барса уже впереди. Вот такие баскетбольные качели. Заставляют они статистов следить за тем, сколько команд... Сколько команда лидировала. Как часто менялся лидер. Так, друзья, возвращаясь к вашим комментариям. Только Барсы, только победы. Я из Киева. Завтра идем... Идем с Барабан. Наверное, придут. С Барабаном имеется в виду. Опечатка, скорее всего, от наших зрителей. Придут с Барабаном на трибуны. Завтра, кажется, нас ждет с вами... Интересный матч. Во всяком случае, со стороны трибун. Услышим мы завтра Барабан. Снова Шаим Куанов. Обратите внимание, как здорово обманывает соперников. В хорошей форме сегодня Шаим. Впрочем, как и обычно, смотрится хорошо. Во всяком случае, в первой четверти. Надеемся, что подобный запал он не только продержит до конца игры, но и перенесет на своих коллег по команде. Дэвин Гилмор сам пробирается, как будто зависает в воздухе. Что делает этот американский легионер? Очень, конечно, интересно наблюдать за его игрой. Выделяется, конечно, он на фоне других игроков. Интересно сейчас, на каком языке он пытается объясниться с коллегами по команде. Видимо, на языке баскетбола. Уже ребята друг друга понимают. Хороший бросок, есть попадание. Дэвин Гилмор плюс 1 очко еще для команды Барса Атырау. Будет ли еще одно попадание? Есть 2 попадания от Дэвина Гилмора после фола Антона Быкова со стороны команды Табол. 100% реализация. Дэвин Гилмор. Хорошее попадание. Кирилл Горнаев, Шейм Куанов. Там прорывается. Хороший пас Даниил Пасашков. Сам пытался забросить. Но, увы, для болельщиков из Костаная был не точен. Вижу, что есть зрители на нашей трансляции. Еще бы, это уже матч плей-офф. Я напомню, что в аналогичном поединке также матчи плей. Хорошо сейчас. 3 очка. Дэвид Диденко. Была проблема у него с реализацией в прошлых играх, но мы видим, что в этой игре уже дважды с дальней дистанции Дэвид Диденко смог поразить кольцо соперника. Так вот, берут сейчас команда Табол тайм-аут. И
площадку занимает белоснежный Барс, маскот команды Барса Терау. Его очень любит местная публика. Если вы также слышите аплодисменты, то он всегда подбадривает публику перед тем, как совершить бросок. Ну что, попадет, не попадет? Барс. Неплохая попытка, кстати. Попробуйте, друзья, нацепить на себя такую огромную голову и попасть хотя бы в район кольца. А этот парень или девушка, кто бы там не скрывался под этой шкурой, еще и попадает. Ну, во всяком случае, очень-очень близок к попаданию. Ну, друзья, это не важно. Хотел вам рассказать о том, что сейчас проходит точно такой же поединок, стадии плей-офф. Я напомню, по какой системе проходят игры. Четыре команды, которые заняли первое, второе, третье и четвертое место, соответственно, участвуют в розыгрыше плей-офф. Победители пар будут играть за первое и третье место, соответственно. А пары каким образом формируются? Команда, которая заняла по ходу чемпионата первое место, играет против команды, которая заняла четвертое место. А это у нас команда Астана и команда Ирбис из Алматы. Ну и, конечно, стоит понимать, что команда, которая заняла второе место, играет против команды, которая заняла третье место. Это команда Барса Атырау и команда Тобол, соответственно. Так что, если команда, точнее, игра команд первого и четвертого места, ну, как бы, не несет особой интриги, так скажем, хотя Ирбис очень сильная команда, и действительно будет интересный поединок против Астаны, то команды, которые заняли второе и третье место, это всегда очень интересное зрелище. Вот, собственно, мы сегодня это и наблюдаем. Барса Атырау сегодня вышли на площадку в статусе фаворитов. Но я думаю, что болельщики команды Тобол это готовы оспорить. И, как показывает статистика, команда Барса Атырау немного впереди команды Тобол. Ну, если учитывать личные встречи. Марат Адилихан появился недавно на площадке и вот уже отметился не только фолом, но еще и двумя заброшенными очками в корзину соперника. Хорошая перепасовка. Шимкуанов снова. Неплохой. Неплохая попытка от Кирилла Горнаева сейчас. Выделяется, конечно, Кирилл Горнаев на фоне других игроков. Еще бы, этот парень является самым рослым в составе Тобола. 2.03 его рост. И весит, на секундочку, этот парень 120 килограмм. Побороться с ним, конечно, очень и очень сложно. Но если сравнивать с командой Барса Атырау, то конкуренцию ему мог бы составить максимум Дэвид Диденко, который 2.06 и 105 килограмм весит. Ну, как бы он чуть-чуть повыше, но легче. Вот борьбу бы этих парней я бы посмотрел под кольцом. Ну, а так пока что очень сложно составить конкуренцию Кириллу Горнаеву в личной борьбе. Здорово, сейчас 2 очка из-под кольца Антон Быков оформил, добавив еще несколько пунктов для своей команды. Зачет, но теперь уже Барс атакует с мячом. Рустам Утиген пытается накрутить как раз таки он Кирилла Горнаева. Мы говорили, что очень сложно будет с ним бороться. И снова Дэвин Гилмор. Обратите внимание, этот парень уже дважды срабатывает, так сказать, на второй волне атаки. Если первый бросок приходится не точно, мяч таки заметался немного в районе корзины, то ждите, здесь скоро появится Дэвин Гилмор, который переправит обязательно мяч в корзину и заработает очки для своего клуба. Организовывает атаку своей команды Шейн Куано. Сейчас перепасовка через Кирилла Горнаева. С мячом Данил Пасашков. И еще
2 очка для команды Тобол. Дальний бросок Эрик Могил не попадает. На подборе Шаим. Хорошая передача сейчас. Ух, точнее, Шаим Куанов сейчас с мячом. Спутал я их. А с кем же я их спутал? Вот с кем. С Антоном Быковым. Потому что, обратите внимание, и у одного, и у другого эдакий чехол на локте. И издалека можно спутать этих ребят. Ну что, готовится сейчас Антон Быков исполнить 2 броска. Рустам Утиген на нем фалил. Первый бросок Антон не попадает. Может быть, всему виной крики болельщиков, которые сегодня поддержат команду Барса Атырау. Еще один бросок. Не точно. На подборе хорошо срабатывает Дэйн Гилмор. Разыгрывается с Рустамом Утигеном. Теперь Рустам рвется вперед. Хорошая перепасовка. Дэйн Гилмор. И Владимир Иванов, капитан команды, пытается совершить дальний бросок, но неудачно. Хорошо перепасовывается команда Тобол. Вот он, Антон, под кольцом. Разворачивается и под прессингом Владимира Иванова все-таки удается ему забросить мяч в корзину. Барс Атырау берут перерыв, берут тайм-аут. Ну и давайте проанализируем, друзья, какое же у нас складывается сейчас противостояние. Вот где те, кто говорил, что Барс Атырау сегодня будут фаворитами этого поединка. Да, они как бы лидируют. Но посмотрите, каков отрыв. Всего-навсего 3 очка. Один дальний бросок. Мы знаем, что есть мастера в команде Тобол, которые с этим заданием смогут с легкостью справиться. Вы видели, даже Барс с дальней дистанции сейчас забрасывает 3-очковые. Я думаю, что профессиональные баскетболисты из команды Тобол с легкостью смогут это повторить, даже несмотря на прессинг соперника. Так вот, один бросок и все. Ни о каком лидерстве команды хозяев и речи не останется. Но также не стоит умалять качество команды из Атырау. Я думаю, они до последнего будут мешать сопернику выйти вперед. И до последнего будут давить. И лидерство свое просто так не отдадут. Вижу, друзья, что нас еще стало больше на нашей трансляции в Ютубе. Если вы здесь с нами, если вы меня слышите, поставьте лайк под этим видео. Очень приятно видеть большое количество наших активных болельщиков и наших активных зрителей. А тем временем в команде Барса произошла замена. Марат Адильхан площадку покинул, появился Эрик Могил. Антон Быков сфалил на Дэвине Гилморе. Сейчас 2 броска Дэвин Гилмор будет производить. Один уже попал. Что со вторым, Дэвин? И мимо. Но все еще на подборе сработал Рустам Утиген с Дэвином Гилмором, если можно так сказать. Парный подбор они совершили. Оставили мяч у своей команды. Эрик Могил вот сейчас вторым темпом продолжает атаку. Мяч покидает пределы площадки от игрока команды Тобол. Если быть конкретным, кажется, это был Данил Пасашков. Сейчас мы видим, Эрик Могил уже готовится разыграть мяч. Отдает пас на капитана команды. Идет розыгрыш. Дэвин Гилмор под кольцом умудряется принять мяч. Борется до последнего. И судьи засчитывают пробежку. А мы знаем, друзья, что это или нет, мне все-таки показался жесть судьи, что это была пробежка. В общем, так или иначе, Павел Ильин, судьи в протоколах зафиксировали как фол. Дэвин Гилмор, 2 броска, вновь первая. Увы, не увидел я. Да, было попадание у Дэвина Гилмора. Будет ли второе?
Второе попадание не случается. Как невнимательно сейчас при розыгрыше мяча сыграли костанайцы. Атарауская команда уже с мячом. Сейчас начались маленькие баскетбольные хитрости. Команда будет до последнего сейчас тянуть. Одна секунда у нас остается до завершения первой четверти. Итак, Тобол будет вводить мяч в игру. Разыгрывает. Дальний бросок. И мяч в корзину не попадает. На этом все, друзья. Первая четверть у нас подошла к концу. Барсы отправляются на этот перерыв в лидерах. 22-17. Обыгрывая команду Тобол из Костаная. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті. Началась вторая четверть нашего поединка в рамках матчей плей-офф Национальной баскетбольной лиги Казахстана. И мы с вами здесь по-прежнему на трансляции. Барсы по-прежнему впереди начинают эту четверть в ранге лидера. Видишь, друзья, под нашей трансляцией в Ютубе прибавилось количество лайков. Большое вам спасибо, если вы вдруг еще свой баскетбольный лайк под трансляцией не поставили, обязательно сделайте это. Но тем временем у нас штрафная серия от команды Тобол. Халил Дэвид Диденко, Даниил Пасашков готовится исполнить два броска. Первое попадание от Даниила есть. Будет ли второе, совсем скоро узнаем. Давай, Даниил, весь Костанай за тебя болеет. Не попадает. Эх, костанайские болельщики, что же такое? Давайте-ка поскорее в комментариях в Ютубе поднимем дух команды, которая играет сегодня в 7. Напишите пару слов поддержки, они прозвучат на нашей трансляции. Вижу, уже откликнулись на мою просьбу. Ага, Тобол пишут. Может быть, это и повезет. Станет причиной тому, что повезло команде Тобол. Здорово сейчас сработала команда Барса Тарау. Рамазан Цамсин оформил сейчас 2 очка для своей команды против быстрого, резвого прохода Марата Адильхана. Так, друзья, кажется, был фол. Сейчас бросок Шейн Куанов произвел. Корзину попал. 1 очко для команды Тобол заработал. Команда
Засчитали судьи технический фол в прошлом моменте. Одно очко для команды Тобол. Шейн Куанов принес. Вот сейчас он снова с мячом. Интересно, как будет разыгрывать. Хороший дальний бросок. Но, увы, не точный. Дэвин Гилмор начинает атаку своей команды. Хорошо, Эрик Магил. Но, увы, не точно. А снова Шейн Куанов разыгрывает с Павлом Ильиным. Появился на площадке Владимир Иванов. И мяч в игру вводит Оскар Ахмеджан. Разыгрывает с Кириллом Горнаевым. Шаим Куанов. О, как Шаим, смотрите, как здорово сейчас держался против Дэвина Гилмора. Держал мяч, как будто бы к нему примагнитился. Снова просит поддержки сейчас огромного Кирилла Горнаева. Ну и получается эта атака. Здорово сработано. Вот на ваших экранах герой этого эпизода. Мало того, что... Он заработал 2 очка. И есть возможность еще 1 очко заработать. И зарабатывает Шаим Куанов. Ну что, друзья, пока что... Шаим был лучшим в первой четверти в составе Тобол, но, по моему такому субъективному мнению. Что же будет во второй четверти? Посмотрим. Рустам Утиген, Дэвин Гилмор, Эрик Магил. Накручивает Оскара Ахмеджана и не попадает. А было бы довольно эффектно. Снова разгоняет атаку Шаим Куанов, быстрый. Шаим. Хорошие пасы, хороший дальний бросок. Вот это попадание. Павел Ильин отдает должное, показывая пальцем, что это все заслуга Шаима. Такой отличный пас. Он здорово сейчас увидел Павла. Отдал пас, и Павел заработал 3 очка для своей команды и вывел команду Тобол вперед. Вот они, атырауская публика, атырауские болельщики. Как видим, пока что праздновать особо нечего. Потому что их команда не имеет такого преимущества, так скажем, комфортного преимущества над соперником. Ну а в данный момент так и вообще проигрывает. Снова Шейм. В этот раз неудачно удается команде Барса Тарау помножить старания Шаима Куанова на 0. И вот Дэвин Гилмор. 2 очка для команды Барса Тырау выводит команду в светлой форме вперед. Снова Шаим Куанов разыгрывает. А Рустам Валиев сейчас был с мячом на подборе. Сейчас Кирилл Горнаев пытался сработать, но неудачно. Вперед бежит Рустам Утиген. Хорошая перепасовка. Эрик Магил. Интересно очень совершал некие этюды с мячом. Сейчас Эрик под кольцом соперника. Но отправить в это самое кольцо мяч не сумел. Горнаев. Хорошая перепасовка сейчас. Павлом Ильиным, если я не ошибся. Срывает аплодисменты местной публики. Наш экран Тимур Тангиев. Игрок команды Барса Тырау. Есть какие-то к нему вопросы у ассистента главного тренера Александра Лысяка. Но я думаю... Все это быстро решается. Пока что без эмоций. И главный тренер, и ассистент главного тренера. Счет
шаткий, но счет равный. Не хотелось бы, конечно, думаю, команде из АТРАУ на своей площадке сейчас уступать сопернику. При своих-то болельщиках, ну, я думаю, болельщики не дадут этого сделать команде из АТРАУ. Нужно бежать вперед. 5,5 минут у нас остается до завершения второй четверти. И Барса Тарау впереди только на одно очко. Вот как только я сказал, сразу же Владимир Иванов отправил мяч в корзину. И тайм-аут берет команда Тобол. Закончился тайм-аут команды Тобол. В этом тайм-ауте сейчас произошла замена у команды, которая играет в синем. Антон Быков появился на площадке, Оскар Ахмеджан площадку покинул. Сейчас хорошая атака Тобол, и здорово очень сейчас Данил Пасашков заработал 2 очка для своей команды. Владимир Иванов теперь уже в штрафной площадке команды Тобол. Эрик Магил. Снова Владимир Иванов освобождается ото всех и зарабатывает 2 очка. Как здорово сейчас сработала эта связка. Магил-Иванов. Хорошо сыграли. Видимо, благодаря своему росту сейчас Владимиру удалось зацепиться за этот высокий довольно-таки пас Эрика Магила. Дальний бросок Шаймкуанов не попадает. На подборе снова срабатывает Дэвин Гилмор. Сегодня, кстати, этот парень очень хорош. В подборах очень быстр. Дальний бросок от Рустама Утигена не точно. Разгоняется атака сейчас по краю. Рустам Валиев ее разгонял. Кирилл Горнаев с мячом. Дальний бросок Шаймкуанов. И есть попадание. Еще 3 очка. 5-й номер команды Тобол записывает на свой счет. И вот счет уже 30-30. Хорошо идут команды, хорошая игра. Люблю я подобного рода игры, когда команды идут очень близко друг к другу, и можно понаблюдать за разным стилем игры команд. Дальний бросок Марат Адильхан. Это что, 3 очка? Вот так, да, точно, 3 очка. Поднимает вверх 3 пальца старший судья сегодняшней встречи Антон Козлов. А это значит, что теперь уже 33-30. Потеряли сейчас мяч игроки из Костаная. Даниил Пасашков сейчас ошибся с мячом. Эрик Магил мяч перехватил и начал
свою атаку и был фол. Ну, я так понимаю, со стороны команды Тобол, видимо, что судья готовится. Османов Шавкат сегодня также работает на этом матче. Если мы Антона Козлова уже упомянули, то вторым судьей работает Шавкат Османов, а первым судьей, судья высшей национальной категории, Адилет Рыскулов. Еще он пока что в объективы наших камер не попадал. Хотя, если присмотритесь сейчас, там, где скамейка команды Барса Трау, можно увидеть этого судью. Давиденко с мячом. Владимир Иванов. Хорошая перепасовка. Снова Дэвид. Что будет делать? Такой медведь, как будто бы передвигался сейчас по штрафной площадке Тобола Давиденко. Интересно было наблюдать за этими танцами с мячом. Дальний бросок в надежде на 3 очка для команды Тобол неудачно. Эрик Магил прорывается и чуть было 2 очка для своей команды не заработал. В предыдущем эпизоде с дальней дистанции бросал Павел Лин. Так, для любителей статистики скажу. В ответной атаке снова ничего не получилось. Рустам Утиген. Дэвид Диденко и... Не попадает Дэвид Диденко сейчас в кольцо. То самое противостояние, друзья, мы только что с вами под кольцом наблюдали. Кирилла Горнаева и Дэвида Диденко. Двух массивных игроков с одной и с другой команды. Да, действительно было бы интересно посмотреть, если бы это противостояние было позиционным. Замену сейчас проводит команда Тобол. Тем временем Павел Ильин исполнит 2 броска, потому что на нем Владимир Иванов фалил. Первый бросок от Павла мимо. Замена в команде Тобол была произведена. Оскар Ахмеджан появился на площадке, а вот Кирилл Горнаев как раз-таки площадку покинул. Павел Ильин зарабатывает таки 1 очко для своей команды всего-навсего. Но также замены были произведены в команде Барса Терау. Дэвин Гилмор на площадке появился, а Дэвид Диденко площадку покинул. По всей видимости, и судьи, тренеры также понимают необходимость нахождения на площадке двух тяжелых ребят. Имею в виду Кирилл Горнаева и Дэвида Диденко. Есть 2 очка для команды Барса Терау. Владимир Иванов зарабатывает. Видимо, как только появляется Дэвид Диденко, Кирилл Горнаев выходит к нему противовес. Такие судьи, такие тренеры также понимают, что есть такая поговорка: против лома нет приема, кроме другого лома. И вот тут, видимо, также решают проблемы крупных игроков команды. Владимир Иванов проходил сейчас, сбил с ног, если я не ошибаюсь, это был Даниил Пасашков. Или это Рустам Валиев был, к сожалению, не смог я рассмотреть. Ну а на ваших экранах сейчас Тимур Султанов, главный тренер команды Тобол. Что-то он своим игрокам подсказывает. 1 минута остается у нас до завершения первой половины нашей встречи. Пока что Барса Терау впереди. 6 очков. Если в первой четверти мы говорили, что будет достаточно всего-навсего 1 дальнего броска, то теперь команде Тобол нужно исполнять 2 дальних броска для того, чтобы команду Барса Терау догнать. Идет хорошая борьба. Эрик Магил перехватывает мяч. И что будет? Нарушение правил со стороны команды Тобол. Во всяком случае, сейчас именно на это пытается списать непопадание Эрика Магила, главный тренер команды Барса Терау, показывает, что там был фол. Ну да, действительно, все именно так судьи сейчас зафиксировали нарушение правил и отправляются пересмотреть этот момент. Друзья, делаем небольшую паузу, прошу прощения.
разобрали судей в этом эпизоде. И сейчас вынесут свой вердикт. А будет он, конечно же, в пользу команды Барса Тырау, но, как и у меня, по имеющимся у меня инсайдам, это не был жесткий фол, это, а все на все была блокировка. И поэтому сейчас Эрик Макгил произведет два броска. Первый мимо. И второе попадание от Эрика Макгилла есть. 35 секунд остается до завершения первой половины игры. Табол идет вперед. Нужно срочно сокращать это отставание, чтобы вторая половина встречи была для команды из Костаная комфортнее, во всяком случае, психологически начинать вторую половину игры. Небольшим отрывом будет гораздо легче. Так, что это происходит? Тайм-аут берет команда Барсы Атырау. 17 секунд остается до завершения второй четверти. Мы, друзья, давайте поразмышляем, о чем же сейчас могут говорить тренеры как одной, так и другой команды. Очень интересно послушать бы, что там они говорят. Но также интересно, друзья, читать ваши комментарии в Ютубе. Табол лучший. У меня друг поставил 5000 на этот матч. На табол, если что. Вот такой есть комментарий. Говорят, Астана хотят забрать к себе Дэвина Гилмора. Вот это новость. Интересный, интересный такой вброс, или, может быть, инсайдерская информация. Вижу, сразу же отвечают на этот комментарий другие комментаторы в Ютубе. Обойдется Астана, слишком жирно будет иметь такого игрока, как Дэвин Гилмор. Да, действительно, многие это поддерживают. Пишут, что Астана только за счет легионеров выезжает. Ну, друзья, что же вы такое говорите? Мы здесь, на этой арене, обслуживали матчи Кубка Казахстана, где игра легионера запрещена, и Астана смотрелась тоже довольно неплохо. Да, на фоне других клубов, но тем не менее. Барсам нужна арена побольше. Вот такое есть также мнение среди наших комментариев. Ну, друзья, да, скажу, что иной раз есть такие матчи, поединки, особенно против столичной команды, когда есть необходимость дополнительных мест. И все, друзья. Хотя, постойте, кажется, еще одна секунда остается. Еще матч не окончен. Нужно провести вбрасывание. И я думаю, что первый поединок, первая половина этого поединка закончится за лидерством команды Барсы Атырау. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті.
өзіңді қақ кез тегізбей тұру көмек керек десе шүкру адам болғасын шек үгем тұлу шеңіз біз есебін білесін әркес сұм болады айта келіс көртіңді бірақ қайтпай өзіңе шүкру күрегің ояу сенді мұң ол болсын тұғырдың Шугала, Диана Ким, Юлия Ковальчук, Халида Миндибайкызы, Асель Мугашева и Зарина Тлекабыл. Еще раз большое спасибо говорим девчонкам, они молодцы. Главное, не останавливайтесь на этих достижениях. И, друзья, еще больше аплодисментов для нашей женской команды. Ладно, ладно, друзья, возвращаюсь на площадку. Вижу по глазам некоторых наших зрителей, ждали они сегодня розыгрыша призов от баскетбольного клуба «Барса Атырау». С большим удовольствием проведем таковой. Попрошу на помощь маскота. Давай-ка, Барсик, разбросаем мячи. Помоги мне немного. Есть, определи четверых участников нашего конкурса. Я напомню, друзья, кто поймает мяч, тот и будет сражаться за сегодняшние призы от фирменного магазина баскетбольного клуба «Барсы Атырау». Все, мячи разбросаны. Я попрошу всех тех, кто поймал мячи, подойти ко мне сюда. Поскорее, есть у нас участник под номером 1, участник под номером 2 и 3 есть. 4 участника. Посмотрите, какие сегодня сильные парни. Итак, этот мяч вам. Эти мячи мне. Ну что, кто будет первым? Вот давай, кто последний вышел, тот и будет начинать. Бери мяч. Задача очень простая.
со штрафного попасть в корзину. Давай, поехали, первый игрок. И есть попадание. Кажется, что он в финале, но это преимущество может быть шатким. Давай, участник под номером 2. Тоже есть попадание. Неужели мы сразу определили двух финалистов? Давай. Не попадает. Участник под номером 3. Так. Участник под номером 4. Давай. Давай, давай. Все тебя ждут. Не попадает. Прекрасно. У нас есть два финалиста. Ну и что? Этим ребятам мы прямо сейчас попытаемся разыграть, кто же из них будет лучше. Итак, правила очень простые. Два игрока, два участника вводят мяч вокруг стула, покуда играет музыка. Как только музыка заканчивается, каждому нужно будет отправиться к своему кольцу, забросить мяч в корзину, вернуться и занять место на стуле. Ну что, готовы? Поехали! Пока что Барсик победитель. Закончилась музыка. Так, так, так. Кто же будет победителем? Есть одно попадание, есть второе попадание. Кто будет раньше? И... Ну что, друзья, так же быть. Отдам. Отдам призы, отдам эти подарки. Отдам футболку вот этому парню, потому что твоя пятая точка оказалась первой на стуле. Тебе достается только кепка. Большое спасибо. Отдавайте мячи, пожалуйста, нашему маскоту. А команда уже возвращается на площадку, а мы, друзья, пожелаем им удачи. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті.
өзіңді қарқ кез тегізбей тұру көмек керек десе шүкру адам болғасын шек үгем тұлу шеңіз күтпес есебін білесің әркес сұң болады айтар келіс көртіңді бірақ айтпай көзіңе шүкру күрегін ояу сенді мұңау болсын тұғырды Возвращаются потихоньку команды на площадку на парке Жусан Арены в городе Атырау, где мы с вами, друзья, наблюдаем сейчас поединок в рамках плей-офф Национальной лиги Казахстана по баскетболу. И встречаются команды Барса Атырау против команды Тобол. Вот третья четверть на ваших экранах. Время, так сказать, пошло. Рустам Утиген. А сейчас с мячом. Продолжает владеть команда Барса Атырау мячом. Интересно, что же в большом перерыве говорили тренеры двух команд своим подопечным, потому что игра и в первой, и во второй четверти, я бы сказал, была ровной. Хороший бросок, Рустам Утиген. Открывает счет забитым очкам команды Барса Атырау
третьей четверти. Счет становится 40-31. И сейчас дальний бросок от команды Тобол не точно. А на подборе срабатывает Оскар Ахмеджан. Видите вы, что команды поменялись сторонами на площадке. И давайте посмотрим, что же там делалось в наших комментариях на YouTube, покуда был большой перерыв. Горнаев лучший. Только Тобол, только победа. Проснулись такие болельщики костанайского клуба. Я так понимаю, ведущий и есть комментатор, или я путаю? Тут же ответ идет от наших других комментаторов. Вряд ли, но нет, не вряд ли. Все-таки есть практически все работы с микрофоном, со звуком на Жусан-арене провожу я. И если вы меня видели на прямой трансляции в кадре, то да, вы не ошиблись. Эрик Магил сейчас организовывает атаку команды Барса от Ирао. Отдает пас на Дэвида Диденко. Хороший бэкстеп. И вперед, Тобол, бейся до конца. Вот такой сейчас появился комментарий. О, прикольно, везде успеваете. Аплодисменты, сорвал аплодисмент наших комментариев. Ну, большое спасибо, ребят, вам за такую оценку моей работы. Стараемся только для вас, только для наших болельщиков. Итак, сейчас штрафная серия, друзья, мы с вами наблюдаем. Антон Быков первый уже забросил. Второе попадание от Антона Быкова также есть. Стоит также, я думаю, оговориться для любителей статистики, что Рамазан Цамсин из состава команды Барса Тырау фалил на Антоне Быкове в этом моменте. Почему, собственно, и было присвоено эти броски. Хороший перевод на Дэвина Гилмора и пробежку фиксирует. Не так, даже такие опытные игроки, как Дэвин Гилмор, могут совершить такие, скажем, детские ошибки. Шайм Куанов хорошо разыгрывает. Мячом Данил Пасашков. Снова Шаим. Смещается сам под кольцо. Отдавал пас на Рустама Валиева. Сейчас он сам прорывается. И есть 2 очка для команды в синей форме. 40-35. Становится счет. И молниеносно Барс Атырау уже оказывается у кольца соперника. Дальний бросок в исполнении Дэвида Диденко успехом не увенчался. Мяч у Тобола. Снова их атака. И еще 2 очка. Павел Ильин зарабатывает. Дэвин Гилмор тут же бежит вперед. В надежде, что там нет защитников. Так и случается. Слишком уж большой прессинг ему никто не смог под кольцом оказать. И 2 очка также Дэвин Гилмор набрал в ответной атаке. 42-37. Поднимает вверх кулак Антон Козлов. Это значит, что было нарушение правил. Разрешает провести замену. Владимир Иванов и Марат Адильхан, мы видим, появляются на площадке. Рамазан Цамсин сейчас площадку покидает. И Дэвин Гилмор также. Ах, нет, прошу прощения. Покинул площадку Дэвид Диденко. Разыгрывает мяч. Сейчас Шейм Куанов хотел разыграть с Антоном Быковым. Придется этот розыгрыш повторить. Посмотрим. Прошу прощения. Нет, это был не Шейм Куанов, если я не ошибаюсь. Это был Данил Пасашков. Но все-таки вот он, Антона Быкова находит. Нет, все-таки это был Павел Ильин. Именно он сейчас с мячом прорывается к кольцу и зарабатывает 2 очка для своего клуба. Видите, Тобол после перерыва начинает набирать обороты. По всей видимости, они решили, что не стоит испытывать удачу, испытывать судьбу, и нужно набирать очки каждой атаке. Ровно как и Барса Тырау сейчас пытаются это делать. Эрик Магил 2 очка заработал. Шейм Куанов.
Оскар Ахмеджан. Мяч сейчас у Павла Ильина. Дальний бросок. 3 очка. Павел Ильин для команды Тобол. Отличное попадание. 44-42. Счет становится. Местная публика покрылась холодным потом. Ну, потому что, имея преимущество, команда Барса Трал вот-вот может его упустить. Но посмотрим сейчас после этой серии бросков от Дэвина Гилмора. Оскар Ахмеджан полил сейчас на Дэвине. Я думаю, помнит местная публика Оскара Ахмеджана, бывшего игрока команды Барса Атырау. Несколько лет назад Оскар блистал за местный клуб Барса Атырау. Местные любители баскетбола наверняка его игру помнят. Ну, а теперь Оскар защищает цвета клуба Тобол и неплохо с этим справляется. Здорово влился в коллектив и довольно часто получает игровую практику. Хорошо сейчас Дэвин Гилмор прибрал защитника, обманул и заработал 2 очка для своей команды. Кирилл Горнаев. Шаим Куанов. Хорошая перепасовка. Антон Быков. Сейчас снова Шаим. Антон. Дальний бросок. Антон Быков. Не точно. Кирилл Горнаев на подборе. Шаим. И что это такое? Кто это был? Антон Быков. Все-таки хотел он вернуться в защиту, потом вернулся в атаку. Заработал 2 очка. Снова уже в защите. Хорошо, Антон Быков. Ставим плюсик. Ну что, друзья, давайте узнаем у наших болельщиков, все те, кто сейчас следит за этой трансляцией. Вот уже прошла большая часть этого поединка. И давайте в комментариях с вами узнаем, каких же игроков вы могли бы выделить в составе одной и другой команды. Ну, давайте я расскажу о своих предпочтениях. Если говорить о первой половине, то в команде Тобол я бы мог выделить Шаима Куанова, ну и, пожалуй, Антона Быкова. Да, именно этих ребят Кирилл Горнаев, ну, тоже где-то близко, но все-таки я остановлю свой выбор именно на этой двойке, Шаим Куанов и Антон Быков. Именно они мне показались довольно сильной связкой, довольно интересными игроками, которые по истечению этого времени выглядели хорошо. Ну а в команде Барса Трау я бы выделил Рустама Утигена и Дэвина Гилмора. Вот эта двойка мне понравилась. Друзья, как у вас? Давайте узнаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях в Ютубе, где вы, точнее, каких игроков вы могли бы выделить, как мы договаривались, по 2 игрока с каждой команды. Чья игра, по-вашему, вам нравится больше. Но покуда Эрик Могил исполняет эту штрафную серию, друзья, давайте посмотрим, что же там творится в комментариях. Реально топовый комментатор. Большое вам спасибо. Ждем ответных матчей дома. Разнесем Костанайскую арену. We are Тобол. Вот такие есть комментарии. Ну, не думаю, что слово «разнесем» сейчас комментаторы употребили в отрицательном контексте. Хорошо сейчас срабатывает Эрик Могил. Эффектно. Будет местную публику этот парень. И заставляет команду Тобол сейчас взять тайм-аут. Ну а мы, друзья, пока что давайте разберемся с комментариями. Разнесем Костанайскую арену. И, по всей видимости, имеется в виду активные действия болельщиков. Будут активно болеть за Костанайский Тобол. Хочется в это верить, во всяком случае. Так, только Барс и только победа. Наши ребята с Костаная всегда прибавляют в концовке. Да, кстати, об этом не нужно забывать. Помним мы игры Кубка, кажется, Казахстана. Именно этот фактор помог Тоболу
тогда очень здорово сыграть. И помнится, мне они чуть было не победили в матче против Астаны. Или это я что-то путаю? Ну, в общем, да, с этим комментарием я 100% соглашусь, что Тобол в конце прибавляет. Еще одна есть команда в розыгрыше национального первенства. Это команда Актобе. Там тоже есть опытные игроки. Многие также говорят, что Актобе в концовке матча прибавляет. И с этим бы я тоже согласился. Парни чувствуют поддержку, что тут за них болеют. По всей видимости, имеется в виду игроки, которые выступают в синей форме. Вот только мы сказали о том, что за Тобол болеют в комментариях, сразу же набирают очки. Тобол. У Атырау Дэвин Гилмор. Вперед Тобол. Где пройдет финал национальной лиги? Астана Атырау. Друзья, ну еще рада забегать вперед. Еще как минимум команде Астана нужно обыграть команду Ирбис. И как минимум команде Барса Атырау нужно обыграть костанайский Тобол, чтобы тот финал, о котором вы так смело написали, состоялся там или иначе. Так или иначе состоялся. Но, как говорится, поживем увидим, где будет проходить финал национальной лиги. Конечно, хотелось бы, чтобы он прошел здесь, в Жусан-арене, в городе Атырау. Почему? Потому что тогда с вами могу быть я. Здесь также на трансляции финала. Хотелось бы мне, конечно, да, на этом матче поработать. Давайте еще посмотрим ваши комментарии. В Барсах Эрик Магил. Вот такое есть мнение. Кто-то считает, что Эрик Магил был лучшим по прошествии этого времени среди наших комментаторов. Тобол вперед, Тобол, Алга Тобол. Что думаете по поводу команды БК Актобе? Почему в этом сезоне они так плохо сыграли? Мы говорили с главным тренером команды Актобе Элен Шакиров, и она сетовала на то, что много травм было, игроки медленно восстанавливаются. Тем более у актобенцев, по-моему, в последних играх были некие проблемы с легионерами. Кто-то уехал из этого клуба. В общем, были в этом сезоне проблемы вот такого характера. Именно об этом говорила Лен Шакирова, главный тренер команды Актобе. Стараемся мы, друзья, после поединков разговаривать с тренерами на послематчевом интервью. Также будет и завтра. Поэтому на завтрашнем поединке, друзья, сразу же не покидайте трансляцию. Мы поговорим после матча, как бы он ни закончился, с Тиграном Гикчаном и Тимуром Султаном, главными тренерами обоих команд. И там также они могут давать интересную информацию, как и Элен Шакирова, которая когда-то говорила о проблемах в команде Актобе. Так, Гилмор и сердечки, по всей видимости. Это ответ на мой вопрос, кто является лучшим в составе одной и другой команды. Тобол вперед за Костанай. Вперед за Костанай. Вер Тобол, только победа, только Тобол, только победа. Уж очень много, да, действительно собралось болельщиков из Костаная здесь в наших комментариях. Также вижу ваш комментарий. В финале по-любому Астана с Атырау встретится. И дай бог, чтобы Атырау выиграл. Да, было бы интересно посмотреть на такой расклад событий. Но, друзья, да простят меня болельщики Астаны. Было бы интересно также, если бы и Ирбис обыграл команду Астану. Или же победителем этой пары, если уж не выйдет команда Барса Атырау, за которую вы в этом комментарии болели, то Тобол дали отправиться играть с командой Астана. И также было бы интересно, если бы и Тобол выиграл. В общем, любой расклад против команды Астаны. Еще раз попрошу прощения у болельщиков столичного клуба.
было бы интересно посмотреть, потому что привыкли мы, что Астана уж слишком много и слишком часто всего выигрывает в национальном первенстве, в кубке, да где не играет Астана, в Казахстане, везде она всех обыгрывает, и, конечно, хочется посмотреть, как эта команда будет играть, если соперник будет сильнее ее, ну или хотя бы удачливее. Хотя, друзья, мы помним с вами, да, что в прошлом розыгрыше команда Барса Атырау завоевала кубок Казахстана. Так что команда Астана уже бывала не у дел, и поэтому вполне вероятно, что свой успех команда, которая вот сегодня выступает в светлой форме, сможет повторить. Да, вижу ваши комментарии. Хотелось бы победы любой команды, лишь бы не Астаны. Еще раз приносим извинения болельщикам столичного клуба. Все достойны. Да, действительно, все достойны, ровно как и команда Астана также достойна. Поэтому не будем сбрасывать их со счетов. Будем болеть за красивый баскетбол, кто бы не оказался на вершине национального первенства. Так или иначе, там будет команда, которая будет достойна золотых медалей национального розыгрыша чемпионства. Итак, Эрик Могил тем временем атакует. Не попадает. Но это будет штрафная серия. 59-52 пока что. Обыгрывает команду Тобол, команда Барсы. Для любителей статистики скажу, Шаймкуанов палил сейчас на Эрике Могиле. И первый бросок Эрик забивает, делая счет 60-52. Полторы минуты остается до завершения третьей четверти. Еще один бросок и еще одно попадание от четвертого номера команды Барса Атырау. Шаймкуанов бежит вперед. Антон Быков. Кирилл Горнаев. Снова Шаим. Хорошая перепасовка и дальний бросок. Чуть было с дальней дистанции сейчас не поразил кольцо Даниил Пасашков, если я не ошибся. Заранее прошу прощения. Это был Павел Ильин, да, действительно. А Марат Адильхан оказался точен в ответной атаке. Два очка для своей команды заработал в прошлом эпизоде. Вот снова сейчас Павел с мячом. Кирилл Горнаев. Не удается ему забросить мяч в корзину. Здорово действует Рустам Утиген. Сейчас снова Рус в атаке. Хорошая передача. Эрик Могил. Дальний бросок. Неудачен. Но случилось это уже после свистка. Судьи на ваших экранах. Шавкат Османов. Сегодня выступает в роли второго судьи. Павел Ильин. Что будет делать, на кого будет отдавать? Антон Быков. Кирилл с мячом. Шаим. Опять перевод на Павла. Дальний такой интересный заброс. Хорошее попадание. Это 3 очка. Павел Ильин для команды Тобол. 63-55. Становится счет после этого дальнего броска. 10 секунд до завершения третьей четверти. Дэвид Диденко атакует. Марат Адильхан сам прорывается, сам проходит. И 2 очка для клуба из Атырау есть. Кирилл Горнаев будет разыгрывать сейчас. И не хватает времени для завершения атаки команды Тобол. 65-54. С таким счетом заканчивается третья четверть. И мы удаляемся на перерыв. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті.
Заключительная четвертая четверть, друзья, нас с вами ждет прямо сейчас, за эти 10 минут, которые читает таймер. Выяснится, кто же станет победителем в этом первом поединке матчей плей-офф между командами Барса Атырау и командами Тобол. Я напомню, что матчи плей-офф играются до 3 побед. Первые 2 матча будут проходить здесь, в Атырау, сегодня. Тот матч, который мы с вами наблюдаем. И еще завтра также намечен еще один поединок. Если мне не изменяет память, завтрашний поединок начнется в 16 часов по местному времени. Хороший дальний бросок, вот такой неожиданный. Думал, что будут сейчас разыгрывать, но, кажется, это был Павел Ильин, который здорово сейчас 3 оформил для своей команды. Вот это да, вот это Тобол, вот это Павел Ильин. Видим мы, что, друзья, что игроки по ходу матча прибавляют. Если мы говорили на старте, был активен Шайм Куанов, затем к нему подключился Антон Быков. Теперь, смотрите, Павел Ильин. Подключается, видимо, какой-то эстафетную палочку эффективности передают друг другу игроки команды в синей форме. Очень здорово наблюдать, как переключается фокус. Или же такова задумка главного тренера команды Тобол, Тимура Султанова. Объясню свою логику. Если вдруг кто-то, один из игроков, начинает играть хорошо, значит, соперник сейчас начнет его действия блокировать. Соответственно, нужно включать в игру другого игрока. Но я думаю, что эдакие маленькие тренерские баскетбольные хитрости тренеры других команд знают и могут прекрасно против них работать, закрывая тех или иных игроков. Снова дальний бросок, но в этот раз уже не точно. В этот раз Рустам Вальдиев пытал счастье. Ну, как я уже говорил, оказался не точен. Разыгрывает Барса. Мы с вами, кажется, друзья, не закончили разговор о том, каким образом проходят матчи розыгрыша плей-офф. Первые 2 поединка пройдут здесь, в городе Атырау. Затем будет еще одна выездная серия в Костанай, где Тобол будет уже принимать атыраускую команду. Но если так сложится, что команда Барса Атырау в 2 поединках домашних одержит победу и в первом поединке на выезде также обыграет Тобол из Костанай, тогда 4-й поединок не понадобится. Но, честно говоря, до матча имел я личную беседу с одним из игроков команды Тобол. Это был конкретно Оскар Ахмеджан. Сейчас был под кольцом, а сейчас на ваших экранах Павел Ильин. Оскар Ахмеджан сказал, что скорее всего будет 5 поединков, до последнего будут бороться команды. Ну и если так случится, то 5-й поединок пройдет также в Атырау. Если команды по истечении 2 поединков дома и 2 поединков на выезде одержат по 2 победы. Ну что ж, хочется в это верить, потому что всегда борьба, это хорошо, и всегда качественный баскетбол. Смотреть интересно. Поэтому чем больше проведут игр команды, тем лучше. Ну и, конечно, болельщикам также будет очень интересно наблюдать за событиями в 5-м матче, если таковой вообще состоится. Когда будет на кону все, это, конечно, да, будет ледольный поединок. Но не будем забегать вперед, пока что нужно закончить серию в Атырау, затем отыграть матчи в Костанае. 3 очка тем временем Эрик Могил заработал, для любителей статистики скажу. И сейчас проходит также Павел Ильин
но только два для костанайского клуба принес. Как я уже говорил, нужно закончить матчи Уотерау, а затем матчи в Казахстане. Вижу много сообщений с поддержкой Табол. Друзья, попрошу не флудить в наших комментариях. Появилось сообщение. Всех ждем на матче в Костанае. С большим удовольствием бы посетил этот поединок. Честно скажу, в Костанае ни разу не был. Привет большой. Шлем в этот замечательный город. Тем временем борьба под кольцом. Обратите внимание, Антон Быков сейчас против всей команды Барса Атырау боролся под кольцом и смог таки заработать 2 очка для своей команды. 70-64. Таков счет сейчас на табло. Барса Атырау берут тайм-аут. На ваших экранах атырауская публика, которая сейчас находится в здании Жусан-Арена, тоже наблюдает за этим поединком, как и мы, но только делает это с трибун, а имеет возможность болеть за свою команду офлайн. Но мы с вами будем продолжать следить за этим поединком онлайн и болеть каждый за свою команду. Вижу, друзья, ваши комментарии. Табол только победа. Что военкомат делает на матче? Вот такой вопрос есть среди наших комментаторов. Друзья, не знаю, пока что военкомата не видел, но полиция, как на любом другом таком большом общественном событии, присутствует, потому что она по регламенту должна здесь находиться. Было бы забавно, да? Если бы военкомат действительно пришел на поединок и начал бы проверять, а если в составе одной или другой команды игроки призывного возраста. И следующий поединок мы бы с вами наблюдали не за чемпионские медали национального первенства, а какое-нибудь первенство казахстанской армии. Друзья, это все такое. Отвлеклись мы. Такие рассуждения на свободную тематику. Отвлеклись от интереснейшего поединка команд Барса против Табол. Барс пока что обыгрывает. Табол всего-навсего на 4 очка. И посмотрим, что же такого тайм-ауте сказал своим подопечным Тигран Гикчан. Но также было время и у Тимура Султанова что-то подсказать команде из Костаная. Посмотрим, как они сейчас будут действовать. Здорово сейчас Антон Быков снова нашел свободную зону. И еще меньше становится отрыв команды из Атырау над командой из Костаная. 5 минут до конца этого поединка. 2 очка разницы между командами. Ну что, друзья, в комментариях прямо сейчас напишите, как вы думаете, какая команда в итоге окажется победителем. Будет ли сегодняшним победителем команда Барса Атырау или же команда Табол из Костаная сможет выиграть в этом поединке? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно знать ваше мнение. Также, если вы вдруг не поставили лайк этому видео, обязательно сделайте это.
верим в Тобол. Барса, тяните. Сразу появились ваши комментарии. Да, друзья, интересно, пока что 1-1. Я в смысле комментарий. Один в поддержку Барсов, один за Тобол. Но мы видим, что костанайская публика сейчас очень активна в наших комментариях, за что им большое спасибо. Я думаю, что сейчас там появится несколько сообщений с поддержкой Тобол. Тем более счет равный. 70-70. Вот это да. Ну скажите, друзья, кто-нибудь мог ожидать подобного развития событий? Где те люди, которые перед началом поединка говорили о том, что Барса и Рау являются фаворитами в этом противостоянии? И тем более, давайте не будем забывать, мы с комментаторами в интернете недавно только отметили, что команда Тобол в конце матча добавляет. Неужели вот это самое нитро включили костанайцы? Или то ли еще будет? Узнаем, у нас есть еще 4 минуты захватывающего баскетбола. Увидим мы, друзья, что же сейчас своим игрокам говорил главный тренер команды Барса Тырау. Ну, я думаю, также сможем наблюдать некие изменения в тактических рисунках, в тактических схемах команды Тобол. Эрик Магил начинает атаку команды Барсы. Что будет делать? Пытается качать соперника. Не удается ему это. Теряет мяч. Кажется, Шейн Куанов сейчас с мячом. Да, Шейн, что будет делать? Оскар Ахмеджан. Сейчас Павел Ильин. Павел Ильин сам. И не забивает. Сейчас не зарабатывает 2 очка. Эрик Магил поборолся. Смог отдать пас на капитана своей команды Владимира Иванова. Владимир вывел свою команду вперед. 72-70. Шаткое преимущество команды Барса Трау. Что будет делать команда из Костанаев? Вот интересно. Павел Ильин. Хороший наброс. Антон Быков это с мячом, если я правильно отсюда рассмотрел. Сейчас о чем-то спорит с Данилом Пасашковым. Да, все верно. Мне показалось, что это Антон Быков был. Вот она, двойка тренеров была только что на вашем экране. Тигран Гикчан, главный тренер команды, и ассистент главного тренера Александр Лысяк. Сейчас им придется о многом задуматься. Снова Владимир Иванов, и еще 2 очка. Эдакий Джокер Владимир появился на площадке и сразу начал зарабатывать очки. Не хватало капитана команды. Ну, собственно, друзья, так и должен действовать капитан. Своим примером показывать сейчас игрокам, как нужно зарабатывать очки. Тем временем еще 2 очка для команды Тобол заработал Кирилл Горнаев. Он был на ваших экранах. Все его могут узнать по такой прическе. Экстравагантной. Хотел сказать байкерской прическе, но не знаю, к сожалению, ничего об увлечениях Кирилла Горнаева. Поэтому не буду ничего говорить. Шейн Куанов распасовывает с Антоном Быковым. Павел Ильин с мячом. Снова Шаим. Будет ли дальний бросок? Отважится ли Шаим на дальний бросок? Сам проходит, но бросается в средней дистанции. Не попадает. На подборе срабатывает Владимир Иванов. Сразу же пас идет на Эрика Могила. Эрик сейчас сам. Атака переходит в разряд позиционный. Эрик дальний бросок. И не попадает с дальней дистанции. 3 очка не зарабатывает для своей команды. Но смог все-таки он остановить ответную атаку команды Тобол. Немножко полежали на паркете Жусан Арены Эрик Могил и Шаим Куанов. Довольно комфортный паркет. Видите, что даже хочется его иной раз прилечь.
Тем временем замена произошла в команде Барса Трау. Дэвид Диденко площадку покинул. Марат Адильхан появился вместо него. Вот именно сейчас он был неподалеку, боролся с Шеймом Куаном, не давал ему пройти под кольцо. И на ваших экранах Адиле Трускулов, который говорит о том, что сейчас команда Табол ведет мяч в игру. Фол засчитали Владимира Иванова в этом эпизоде. Антон Быков, Шайм Куанов. Кирилл Горнаев, конечно, будет блокировать сейчас защиту. Проходит Шаим, но удачно на подборе срабатывают барсы. И начинается настоящая борьба за мяч. Я говорил, да, что паркет Жусан-Арена довольно комфортный. Вот теперь другие игроки решили его испробовать. Вижу, друзья, появилось много ваших комментариев, а в основном с поддержкой костанайской команды. Костанай вырвет победу, верим в команду. Только Табол, всем привет, передайте мой привет. Передали ваш привет. А барсы ждем в гости, приятного мало, но вам понравится. Вот такое есть мнение среди наших комментаторов в Ютубе. Верим в команду. Данил Пасашков, вперед! Вот такое сообщение. Так, ну что, разобрались с вашими комментариями. Большое спасибо, друзья, если вы поставили лайк под этой трансляцией. Если вы еще этого не сделали, обязательно поставьте свой баскетбольный лайк. Наш режиссер трансляции очень любит ваши лайки. У него каждый раз горят глаза, когда он видит большое количество ваших лайков под этим видео. Одна минута остается до завершения нашего поединка. И всего-навсего 2 очка сейчас разделяют команды. Видимо, что сейчас напряжение можно резать ножом. Да, и одна и другая команда сейчас может победить. Сейчас максимально внимательно работают судьи этого поединка, потому что они понимают, стоит им сейчас ошибиться или принять какое-то неправильное решение, и все шишки посыпятся на них. Барс атакует. Эрик Магил. Владимир Иванов. Распасовка. Рустам Утиген. Хороший пас на Дэвина Гилмора. Быстрая перепасовка с целью, видимо, запутать защиту клуба из Костанайа. И сейчас Адильхан Марат был не точен, хотя имел все возможности заработать еще 2 очка для своей команды. Но, увы, этого не случилось. Палил Рустам Утиген. Павел Ильин сейчас 2 броска совершит. И посмотрим, насколько удачным будет Павел. Слышим мы, что активизировалась местная публика. Не попадает Павел Ильин на радость местным болельщикам. Так, еще один бросок будет в исполнении 6 номера. Есть одно попадание. Всего-навсего 1 очко теперь разделяет команды. Видимо, какой мокрый Павел Ильин. Очень стараются все игроки для того, чтобы вырвать победу. Видим, считанные секунды остаются, и снова маленькие баскетбольные хитрости. Дальний бросок Давидиденко, 3 очка, и кажется, что это победа. Кажется, что этим броском Давидиденко оформляет победу команды Барса Трау. Но, как многие говорят, если кажется, нужно перекреститься. В данном случае считаю, что это утверждение будет уместно. Почему? Потому что команда Табол также еще имеет несколько секунд для того, чтобы провести свою атаку.
сделать дальний бросок, затем побороться при вбрасывании, получить мяч и сравнять счет, даже выйти вперед. Вот было бы здорово, если бы так сделала команда из Костанае, потому что это бы было максимально круто и неожиданно. Так, друзья, я вижу ваши комментарии. Спасибо вам за такую трансляцию. Победа будет за нами. Барсы вперед. И 6 секунд показывает наше табло до завершения этого поединка. Что же сейчас? Что же сейчас Тимур Султанов такого может изобрести для своей команды, чтобы Тобол смог вырвать победу на последних секундах? Ну, будем держать кулачки за команду из Костанае. Думаю, что команда Барсы тоже не будет просто стоять и смотреть за атакующими действиями клуба в синей форме. Дальний бросок. Не попадает, к сожалению. Не попадает Павел Ильин. И все. На этом матч подошел к концу. Победный бросок Дэвида Диденко поставил точку в этом противостоянии. И сегодня команда Барса Атырау обыграла команду Тобол со счетом 77-73. С нетерпением ждем завтрашнего поединка. Надеюсь, друзья, с вами также увидеться на прямой трансляции. Ну а пока что говорю большое спасибо всем комментаторам в интернете, всем тем, кто ставил лайки под этим видео. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Кирилл Горячко. Любите маму и мойте руки с мылом. Болейте только баскетболом. Пока-пока.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2022-2023 жылдарға арналған маусымының 31-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесі мен қолдау үшін алғыс білдіреміз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Туризм және спорт индустриясын қолдау қоры. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті. Yeah.